София в воздушном шаре. Прикольно, да. Конечно. Открывай, открывай, открывай. Открывай, открывай ушки, Дотя. Боишься? Ты как жабка. Вот это да, София! Привет, друзья, мы на канале София Прекрасная. И сегодня... Приехали в парк Наталки, да? Да. Здесь прошла реконструкция. Куда ты? Все, убежала. С нами приехали девчонки, показали нам дорогу. Будущие наши подписчики. Как вас зовут, девочки? Кристина. Кристина и Эля, вот. Теперь мы уже знакомы. Да. Ну что, София, пошли? Что-то будем показывать? Бананы показывать. Бананы купили, а они такие гадость, конечно. Давай с тобой. Давай покажу банан. Купили вот такие бананы, думали тут какие-то вкусняшки, а это оказывается спрей, кислятина. В общем, советую не покупать. Да. Смотрите, как тут красиво. Не знаю, солнце отражает, видно, не видно. Уехала снова, не догонит. Надо себе самокат покупать, чтобы за ней гонять. Гироскутер надо покупать. Да. Так, пришли на площадку, очень жарко. Иди, залазь. Ну иди, сходи. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere... Смотрите, какой корабль. Вообще-то надо по ступенечкам, София. Вот, можно по этим набраться. Смотри. Ой, это очень высокая. А, вон ступеньки, смотри. Сюда подойди, пожалуйста. Сюда подойди, пожалуйста. Вон, вон детки заходят, смотри. Вот, вот. Ого, мама. Вот. Тебе жарко? Заходи. Очень большой кораблик такой интересный. Макс, давай тут жарко стоять. Жарко, давай перелазим. Горячая горка, да? А ты с какой будешь? Я больше вот этой горкой. Максим. Ну давай. А тоже горячая вообще. У меня нет. Еще раз съедешь, София? Подожди. Едь. Тяжелые, наверное. Mary had a little lamb. Знаете, вот это что надевать вам тут на нее? Повязку? Да. И поженюсь, да? Да. Так, у нас впереди невеста с женихом, значит, нам повезет. Красивая невеста? Очки, да. Очки, очки. Так, мы все катаемся, катаемся, никак не определимся, куда нам надо. На батуты. На батуты? Смотрите, красота тут какая. Надолго не знаю ли. Оп-оп-оп, какая малышка.
Так, смотрите, какая беседка. Вот мы к Днепру подошли. Да, Дося? Что там? Мам. Ну, показывай, что говори. Рыбаки, видишь, рыбу ловят далеко. И купаются. Мы обязательно пойдем покупаемся. Может, после обеда пойдем. Нет, сюда нет, потому что здесь цветет вода, видишь? Она вся зеленая. Ну, а так к воде спуститься, конечно, можно было. Там воняет. Да воняет и так. Водоросли. Вам, конечно, не слышно, но нам слышно, воняет. Вода застоялась, зацвела вот даже с краю. Вонь, конечно, нормальная. Он как ехал. Поехали, девчонки. Поехали. Поехали. Пойдем что-то, может, холодненького попьем, купим. Ну чего, так жарко, я не могу. Поехали. Вы пить хотите что-то? На. Что? На. Давай. Все. Да, распогодилось, конечно, конкретно. Это так дорожки сделали велосипедные, вот ездят. Как мы были в Одессе, там парк такой, стадион. И там сток, там так классно вообще. Вот типа сделали как там. София, нельзя так. Ну, укол. А давай тебе дадим укол. А вот там съезд, да, вот там далеко? Да. Пойдем на съезд, да? Вот прививку делали пару дней 5 назад, да. Плакала, а когда сделали, не плакала. Она больше боялась. У нас есть видео, где мы кровь сдаем с пальца, тоже кричит. Хотя там ничего страшного. Так, спортивная площадка тут. Поле. Что-то там насыпано у них такое под ногами. Видишь? Занимаются спортом. Хорошо, когда рядышком живешь. Не надо в тренажерный зал ходить. Да? И футбол играет. Так, нашли аттракционы. Идем на аттракционы. Горки. Карусельки здесь. Самое, что мне нравится, что нету много людей. Да, вот это вот. Что нету толпы, а то снимать в толпе очень сложно. Непривычно. Ну, ну в этом. На батутах нету, а в эту мы не пойдем. Смотрите, девочка как скачет. Ну сейчас спросим, мы подходим по возрасту или нет. Когда, мне кажется, нужно будет одеть 8. Да, я тоже так думаю. А маленькие девочки? Можно? Можно. Сколько? А, нет, касса там. Идем за билетом. В кассу. Да, это. Зайка, не та касса. Пип-пип. Так, нам экстрим, пожалуйста, батут. Ограничение до 45 килограмм, знаете? Мы малышка. Пожалуйста. На, держи, сейчас поедешь. Пойдем. Попрыгаешь. Так, куда идем? Сюда? Так, идем на экстрим. Надежно это для ребенка? А то я как мама переживаю. Да, мы хорошо. Вообще где-то в тенечек. Софиечка, еще дядя распутает веревочки, а потом. Хорошо? Ты так раз. Так и написано. Ага. Смотрите, если видно, конечно, вот так. Вот. Парк Наталка, аттракцион. Один жетан, одно катание. Да, привет, пластик. Все как в Европе. Держите. Уже раздулась.
Тебе не терпится, да? Ты там это, только не кричи сильно. Всего? До того. Жарко, конечно, сегодня. Ужас. А в Турции да больше, стало? Наверное. Так, пока нас там готовят с батутом, я вам покажу вот такие горки здесь. Крокодил там есть. Вообще никого не увидишь, если захочешь снять. Очень как-то много всего. Привет! Рыбалка. Дети ловят рыбу. Ну? Все, готовимся к запуску. Там надежненько все, да? Не взлетит никуда. Давай. Софиечка, только не боись, хорошо? Ты такая распушена же на голове. Надо... Сейчас еще больше будешь. Я не его снимаю, я ребенка. Ножки вставляй. Раз. Два. Ой! Стой на ногах, упал. Стой. Да так можно упасть. Смешно. Волосы надо было убрать. Да подожди, дядя еще не закрепил тебя. София, нетерпеливая. София, конечно, дядя не может тебя зацепить. Она скачет. Да я каталась, это было страшно. Да? Да, ты уже маленькая, тебе 6 лет было. Ой, 18 что-то такое. 17-18. Точно не скажу. Или еще не поехал? Так. Ну как, не боишься? Ты как жабка. Вот это да, София. Ты куда? И меня с собой возьми. Я боюсь. Боишься? Не бойся. Не бойся. Ой, а что такое высоко? Не в дырку. Не в дырку? Ты не упадешь, она маленькая. Что, покатает, да? Покатает и все. Будут ее вот так делать. Оп. Ногами отпихивайся. Сама. Оп.
снежинка. Прыг-скок, прыг-скок. Я боюсь. Ой. Все, Софи спускает. 3 минуты прошло. Ну что, какие твои впечатления, дочь? Еще. Классно? Еще. Хватит, хватит. Ой, на сегодня хватит попрыгушек. Я прыгаю. Берем мороженое. София закомандовала. Уже карусели не будем, потому что очень жарко. Так, шоколад. Так, бери. Держи аккуратненько. Вот. Полуничный и манго. Угу. Вкусно? Ну, охлаждайся. Ой, я не хочу, зайчик. Спасибо. Так, девчонки кушают мороженое. У нас есть вот печенюшки. Девочки, отказывается, кушайте. Нет? Мороженое вкуснее? Да, конечно. Приятного аппетита. Спасибо. Так, решили еще на водяной круг. Садись туда попой, закроешь ушки вот так пальчиками. Вот смотри на меня, вот так 2 ушки закроешь. Это зачем? Ну, воздух. Потому что воздух будет надавать. Это не опасно для малышей? Нет. Просто уши закрой, чтобы она не... Закроешь ушки? София, а носки надо, не надо? Не надо носки. Бояться не будешь? Попробуем. Нет. Потом так. Я пускаю тебя на водичку, можно становиться на ножки бегать. Бегаем. Интересно, как это будет, конечно. Садись на эту штучку. Давай, заходи. Заходи. На а там воздух есть? Есть, конечно. Дышать есть? Садись, садись. Как садить? Все, садись. Закрывай ушки крепко. Закрывай ушки. Крепко-крепко. Крепко-крепко. Держи, держи, закрывай. Не сварится она там? Закрывай, закрывай. Крепко-крепко держи ушки, чтобы тебе шумно не было. София в воздушном шаре. Прикольно, да. Конечно. Открывай, 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 открывай. Открывай ушки, Дотя. Стой, стой, сиди. Давай. София, бегай, бегай. Бегай по воде. Бегай. Какая интересная. Все. Вставай, вставай. Бегай. Ой, боже, расплакаюсь. Да, конечно, я тоже боялась. София, София, я тоже. Ты можешь походить? Боится. Вставай на ножки, Дотя. Вставай на ножки, бегай. Не бойся, вставай на ножки, бегай. Ну, ты же сказала, будешь. Ты же хотела в водичке поплавать. Плавай. Покатайте ее немножко, как я поплачу. А какая-то дюймовочка. Шарик. Шарик. Все, уже. Вставай. София боится. Наверное, не потому что первый раз. Конечно. Второй раз уже не будет бояться. Давай. Страшно тебе? Становись на ножки, становись. Становись, становись. Становись на ножки.
Не хочет София ни в какую встать. Становись! Ей страшно, она же там одна. Вы резких движений не делайте, она боится резких движений. Ну чего, чего? Я здесь. Смотри на меня, где я? Соня, Соня! 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 Она не слышит, наверное. Встань Соня, на ножки. Соня! Встань на ножки, дочь. Я тут, смотри. Ой, ой, я... Соня. София, смотри, встань на ножки. Чего ты плачешь? Очень рыдает. Не плачь. Встань на ножки, дочь. Ну ты ж хотела сама. Хотела и перехотела. Да. Она уже устала, наверное. А нет, она боится. А второй раз пойдешь плавать? Конечно. Сижу там, все, что меня засунули. Шар не забыл. Софиечка, ну встань один раз на ножки. Встань. Да не бойся, становись, будешь выходить скоро. Становись. По нему надо бегать, и он будет крутиться. Мама. Не получилось у нас аттракциона, конечно, но хоть покатали за 30 гривен. Будешь выходить? Ну, выходи. Давай, тебя вынимают уже, все, не плачь. Ой, вынимаем Софию. Плачет, не хочет. Видишь как? Ку-ку. Привет, вы с какого космоса? Ку-ку. Ты моя маленькая. Не пойдем больше туда, да, в шар? Не жарко там было все. Тебе, да? Да? Да. Ну все, не пойдем. А страшно было, Сань? На курорт. Просто мой этот... Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. И что бы вы хотели, чтобы мы сняли, напишите, пожалуйста. Да, все, все, пока-пока. Все, все вместе будем прыгать. Давай. Раз, два, три. Оп. Давай еще. A, L, M, N, O, P, Q, R, S.